Всем привет! Как и обещали, сегодня вложим газон из рулонной травы. Вот примерно это так все делается. Планируется земля. Ничего, прольется водой, потом подрастет. Солнце надо. Все довольно просто, да? Не прижимается, не прибивается, просто укладывается на ровную землю. Полить, не ходи по земле. Так, сложим мы траву. Сейчас это подрежем. Все довольно просто подрезается, как обыкновенный коврик. Выстилается. А швы потом как они? Они зарастут, да, все срастется с землей, корнями. Так, наложим траву. Остатки пока куда-то подрезаешь еще, да? Вот так. Тут был такой кусочек, подрезали, ставили, подровняли. Травка потом срастется, хорошо поливать. Все будет отлично. Камушки забирать надо. Потому что там, где будут камушки, будет зеленеть трава, желтеть трава. Видишь, как я клумбу сделал? Эти. Да, классно. А вот это для чего бетонные? Чувак. Потом там просыпется камешками для красоты, да? Как бы, чтобы косить. Таким образом метр за метром прокладываем. Ну тоже можешь стелить траву. Примерно на таких палетах привозят. В рулонах смотанные. Вот такие кусочки укладываются. Это я уже готовый взял. Подрезаются. Первые дни обязательно хорошо все залить водой. Всем привет еще раз. Смотрите, ребята, буквально 2-3 часа и 80 квадратных метров газона
как будто уже здесь росло давно. Ну, видно еще полосы. Прольется все. Все будет шикарно. Вырастет, прорастет. Нужно тщательный полив. Все аккуратно подрезали. Здесь у меня кусалки уже трава. Здесь вот так. И вот такая красота. Вот там. Вот там. Вот здесь. Берем шезлонг и загораем. Берем пиво. Будем пить пиво. Ну как, ребята? Супер. Что там, 15 осталось? Вот так вот все получилось. Ладно, всем пока.